Это самая лучшая добродетель. Best dharma. Лучшая дарма. If you say good things Если мы говорим что-то хорошее другим. If we say bad things to others. Если мы говорим другим что-то плохое. Very much negative. То это очень негативно.
it is not dharma. Это уже не дарма. And therefore pray. Поэтому молитвы. Prayer. Молитвы. And pray. Молитвы и молиться. And to say good things. Для того чтобы сказать что-то хорошее. About the qualities. О качествах. And it's also if we do that. И если мы это делаем. We receive a lot of benefit. Мы получаем огромное благо. And we can through that. И через это. Obtain beautiful body. And elegant sound. Мы можем получить красивое тело. Intelligent mind. Хороший звук и умный ум. And if we to do some benefit ourselves. И если мы хотим сделать что-то хорошее для себя. We should to say something good to others. Мы должны сказать что-то хорошее другим. And also we pray. А также мы молимся some benefit to others. О том, чтобы другие также получили благо. How we are praying. Как мы молимся. To see all others become happiness. Мы говорим, что пусть все обретут счастье. May all others to obtain perfect happiness. Пусть все другие получат совершенное счастье. To be free from sufferings others. Другие будут свободны от страдания. That is the best accumulation merit. Это самое лучшее накопление заслуг. That is the really best path. Это самый лучший путь. Really best path. Действительно, самый лучший путь. If we do like this. Если мы так делаем. Our wish. Тогда наше желание. Our like aspiration. Наше намерение. Our concerning things. А то, о чем мы заботимся. Are automatically become fulfillment. Автоматически исполнится. Generally. Обычно. We all the time pray for ourselves. Мы обычно молимся за самих себя. Say good things ourselves. И говорим себе хорошие слова. You know I'm and this and that kind of person. Знаете, я вот такой и такой. I'm good. Я хороший. I'm almost a God. Практически Бог, можно I'm сказать. Almost a Buddha. Практически Будда. What do you think? А что вы думаете? If someone says politically, maybe yes. А кто-то, может быть, из политических соображений говорит, ну, and может, we да. Very proud, и тогда happy. Мы начинаем очень гордиться, мы очень But счастливы. We never check ourselves. Но мы никогда не проверяем себя. If we are really Buddha or God, если мы действительно Будда или Бог, and we should to check ourselves. Мы должны сами это проверить. And there is Guru Rinpoche says, и Гуру Ринпоче говорил, how much your realization occur in your heart. Настолько, насколько много реализации how в вашем сердце. Check. Настолько много вы должны проверять. You can check disturbing emotions. Для этого нужно проверять омрачающие эмоции. Your disturbing emotion is lesser and lesser. И ваши омрачающие эмоции должны становиться меньше и меньше. Your path. Ваш путь. Your bhumis. Ваши буми 100% they are growing. На 100% будут возрастать. If you practice more and more dharma, если вы больше и больше практикуете дарму, disturbing emotions омрачающие эмоции more and grow up. И омрачающие эмоции больше вырастают. You, we understand dharma more. Мы больше понимаем дарму. We become more proud, arrogant. И мы становимся более горделивыми и самовлюбленными. Telling lots of self qualities. Говорим очень много о своих качествах. That means I think wrong dharma. Я думаю, что в этом случае дарма не правильная, не настоящая дарма. Therefore, very important to say good things to others. И поэтому очень важно говорить хорошие вещи другим. Praise and prayer. Хвалить и молиться. Pray. Когда мы молимся. You all the time say, may. Тогда мы всегда говорим пусть. Pray. В молитвах. To say, oh, that sentient beings, these sentient beings, these practitioners, they are so good. Мы говорим, что эти практики, эти живые существа настолько хорошие. If someone's practice dharma. Если кто-то практикует дарму. We have such a rejoicing. То тогда у нас есть сорадование. Good, this person studying, practicing. Говорим, этот человек хорошо практикует, maybe хорошо this учится. Person
become quickly something good. И может быть этот человек очень быстро обретет что-то хорошее. That kind of saying. Вот такое, такой текст. And also it's like a saying things. И произносить. Compassion aspect. Слова, которые говорят об аспекте и об аспекте реализации. Now, yesterday we talked about a lot. И вчера мы говорили об этом много. And if someone's been enlightened, и если кто-то обретает просветление, we have such devotion, и если у нас есть преданность, we have such faith, и если у нас есть вера, and talking about that qualities, то мы должны говорить об этих качествах, enlightened qualities, о качествах просветления. We need to talk. Нам нужно о них говорить. Benefit for sentient beings. Это хорошо для живых существ. And the compassion aspect. И что касается аспекта сострадания. And we need to talk about a little bit maybe the problem. Yes, okay. Yes. Very good. Okay. Yeah. Compassion aspect. И что касается аспекта сострадания. We need to talk about compassion. Нам нужно говорить о сострадании. Good heart. О добром сердце. No, good heart. О добром сердце. Positive heart. О позитивном сердце. Do you know positive heart? Знаете, что такое позитивное сердце? Хорошее сердце. Compassion. Сострадательное сердце. Альтруистическое. They are synonyms. Это все слова-синонимы. Talking about the good heart. Они говорят о хорошем сердце. Good heart. Хорошее сердце. Stable. Оно стабильное. Tolerant. Оно терпимо. Precise. Оно точное. It's not like changeable. Оно не меняется быстро. And maintain their own position. И постоянно стоит на своем. Like if you be with this person 100 years. И если вы будете с этим человеком 100 лет. Very much the same. То он все равно будет оставаться таким же. Sometimes. Иногда. Today smiling. Сегодня мы улыбаемся. Tomorrow is angry. А завтра мы сердимся. Or again smiling. Опять мы улыбаемся. Again angry. Опять гневаемся. And this kind of very much looks like spring weather. И это то же самое, как погода весной. Non-tolerant. Нету терпимости. Difficult to access. Трудно с таким человеком общаться. And become completely amanijak, no, samtakoy. Вот такими мы сами становимся. Then, can you translate? Сам такой. Really, really. For example, we can look some human beings. Мы можем посмотреть на живых существ. Really, in our families, even me sometimes like. В нашей семье и даже я бывает такой. Difficult. Очень трудно. If someone wants to talk to me, если кто-то хочет со мной поговорить, I little listened. Я немножко послушал. But my, I'm followed my idea. Но я все равно следую за своими идеями. You say like this. Вы говорите одно. But. No. But. No. You know my ideas. No. Like this. Then я there's думаю, no так. Communication. И тогда нету общения. Buddha. Bodhisattvas. They want to communicate to us. Они хотят с нами общаться. But cannot. Но не могут. Because we are too much samtakoi. Потому что мы сами такие. Okay. We follow our own idea. Мы все время следуем за собственными идеями. We pray our own self. Мы молимся самим we себе. We think we are correct. Мы думаем, что мы всегда правы. Then it's difficult. И тогда трудно. Compassionate. Сострадание. Not like this. Сострадательные не такие. Very much open. Они очень открытые. Doesn't matter your family. И неважно, это children, ваша семья или дети. Or husband, wife, или жена, муж. Friends, друг. To say something to you. Они говорят вам very что-то. Very much open. Мы открыты. Very much tolerant. Мы очень терпимы. Very much access. С нами можно разговаривать and и общаться. Very much like analyze. И мы должны не analysis, you know. Ah, my family, my friends say like this. Мы говорим, мои партнеры, мои друзья говорят так. Never ignore. Никогда не нужно to analyze. Нужно все время анализировать. Very much reasonable. Надо сказать, что very да, это может быть logical. Они правы, может быть в их словах and есть логика. Accept.
И тогда это нужно принимать. Сострадательные, они всегда это принимают. Но сострадательные, даже если у них глупая семья, и она им что-то говорит, они никогда это не отвергают. Они это принимают. Ну, конечно же, если вам дают глупые советы, совсем не обязательно их следовать. Но они никогда не отвергают. Никогда не спорю. Because it's a tolerant. Потому что они терпимы. But inside you have your strength. Но внутри у вас есть сила. Like this, you know. Then we talking about compassion. И тогда мы можем говорить о сострадании. Compassionate. Сострадание. Really concerning sentient beings. Это забота о живых существах. One is a person or being's problems. И если у кого-то есть проблемы. Talking about. Об этом можно how говорить. We can to help. А думать о том, как мы and можем помочь. They need really support. И нужна ли им действительно поддержка? By verb, by может physical, быть словами, может быть какими-то действиями, mentally. Может быть умственно какая-то and поддержка. Ourselves, и мы сами. We develop the good heart. Мы развиваем хорошее сердце. And to telling to others about the good heart. И мы рассказываем другим о хорошем сердце. This true thing is very important. И вот эти вещи они очень важны. To talk about compassion. Говорить о сострадании. To develop the good heart. Развивать хорошее сердце. To talking about the enlightened qualities. Говорить о качествах просветления. It's not necessary to someone's enlightened. Совершенно не обязательно, чтобы кто-то был просветлен. You know, а в нашем царстве человеческих существ есть человеческие существа, inconceivable, like good heart. Которые обладают невообразимо добрым сердцем, inconceivable, compassionate. Невообразимым состраданием. Then we need to talk. И тогда нам нужно об этом говорить. Very important. Это важно. You know, compassionate. Сострадание. It is has such and such qualities. Имеет такие-то качества. And therefore, I say thanks for your prayer. Поэтому я говорю большое спасибо за ваши молитвы. And thanks for your prayer. И спасибо за то, что вы возносите хвалу. You say it's like to say good things to others. То есть надо говорить хорошие вещи другим. To pray to others' benefit. И нужно восхвалять благо других. Benefit. И тогда мы сами получим очень хорошо. Today, и сегодня we are in the seven branches. Мы опять же говорим о семи предварительных практиках, accumulation merit, которые способствуют накоплению заслуг, which is purifying our mind. Которые очищают наш ум. If we purify our mind, если мы очищаем свой ум, then our wish, то тогда наше желание, aspiration, наше намерение, is become more successful. Становится успешным. And also right now, а также сейчас, we are on the path, мы находимся на пути, on the path of the accumulation, на пути накопления. You know, that means we are part on the beginner. И это означает, что мы начинающие. The beginning, there's true path. С самого начала есть два пути. Path of the accumulation, путь накопления. Path of the junction. И путь соединения. When we be on this path, когда мы находимся на этом very пути, important prayers. Очень важно произносить молитвы. Aspirations very, very important. Устремления очень-очень важны. And this aspiration, и эти устремления, is not the kind of small aspiration. Это не такие маленькие устремления. Large. Они огромные. You should to make large aspiration. Нужно намерение и устремление делать огромными. Like a kind of when you say когда doing говорим, things, когда мы делаем что-то, you know, it's like you doing small things. Когда мы делаем что-то маленькое, maybe result small. Может быть, и результат будет маленький. Maybe you doing big things. А может быть, мы делаем что-то большое, и тогда результат тоже будет огромный. Like this. Вот так. Now on the path, beginner path. И сейчас, когда мы находимся на пути начинаний, we should to think. Aspiration is big. Мы должны намерения создавать огромными. You see? А мы говорим? Like the space is limited. Мы говорим, что даже пространство ограничено. And sentient beings, а количество живых существ, and wherever space. Обитают живые существа обитают там, где только есть пространство. And wherever the space, и там, где есть пространство, there is sentient beings. Там есть и живые существа.
The sentient beings, wherever sentient beings, живые существа там, где живые существа, such, and such sufferings. Имеют вот такие-то страдания. Then you think, и тогда мы думаем. I'm thinking about these limitless sentient beings. И я думаю об этих, об этом безграничном количестве живых существ. Не о сотне, не о двух сотнях, и не о одном миллиарде. Мы думаем о безграничном количестве Существ. И мы говорим, что мы хотим их освободить. And I need to do и мне нужно для этого сделать что-то, enormous, что будет таким же громадным, like immeasurable, безграничным, uncalculable, бесчисленным. And I want to do my job, и я хочу benefit for sentient beings, like size of the space. Работу принесения блага другим существам такой же огромной, как пространство. Doesn't matter how many years I need to do it. Сколько лет мне для этого придется работать? Doesn't matter how many I need to go under the hardships. Не важно, какое количество препятствий я встречу на своем пути. And may I пусть я want to do it. Захочу это все сделать. And then is pray. И тогда мы aspiration. Молимся мы, where can I do? I want. Что мы можем сделать? Я хочу это сделать. May I can do it. Пускай у меня все получится. And if you do like this, и если вы так делаете, and then in the slowly, то тогда медленно, your path is become bigger and bigger. Становится шире и шире. Bhumi is become bigger and bigger. Бхуми возрастает, возрастает. Then the end, и тогда в конце, surely you'll be enlightened. 100% then you'll be enlightened. А когда вы будете просветленными, then according to your aspirations, то тогда в соответствии с вашими стремлениями, inconceivable. Ваши просветленные деяния станут также the enlightened. А просветление, activity, просветленные деяния, is become bigger or small. Становятся большими и маленькими. Totally depends on your aspiration. И все это зависит от того, какие устремления would you у вас like были. To have big activities? Хотите, чтобы ваши деяния, просветленные деяния были огромными, when you большими? Become enlightenment, когда вы обретаете просветление, and your enlightened activity is really small. А ваши просветленные деяния такие маленькие. Maybe few beings can help. Но, может быть, парочки живых существ поможете. It's not very much. То это не очень много. You know, and then it's, yes. Тогда получается. Like this, as the enlightened activities become bigger or small, depends right now our aspiration. Ваши просветленные деяния большими или малыми зависит от того, какие устремления у нас зарождаются сейчас. For example, really serious Buddhist practitioners. Например, действительно серьезные практики буддизма. Every in the morning. Каждое утро. They recite the seven branches of the accumulations. Они начитывают молитву, семичастную молитву накопления заслуг. Now you have these sentences. И сейчас, you are learning. И у нас есть эти предложения. This praise is very common. Выучить и very вот эти молитвы очень распространены, они очень глубокие. It is come from direct the Buddha Samyutta. Потому что они исходят от самого Будды Саматабхадры. In any each school, Buddhist school, а в каждой школе буддизма they pray these ones. Они молятся и используют эти. Now you got it? Теперь у вас он есть. And then like every morning. И каждое утро. To pray these seven branches. Мы можем молиться и упоминать through вот эти the accumulation of the seven branches of the accumulation merit. И через накопление заслуг, благодаря этой семичастной молитве. May I become. Пусть я стану. Best Buddha. Самым лучшим Буддой. For benefit for sentient beings. Для того, чтобы принести благо живым существам. May my enlightened activities. Пускай мои просветленные деяния. Pervaded. Заполнят. All ever individual sentient beings. Всех и каждое индивидуальное живое существо. If you pray like this, если мы так будем молиться, it is really is like inconceivable benefit. То это действительно будет безграничное благо. In the our three doors. И наши три двери. Most important is. Самое важное для них. Minds. Самое важное из них это ум. Mind movement. Движение ума. Its effect to the everywhere, outer, inner secret. Действительно оказывают влияние на все, на внутреннее, внешнее секреты. Incredible. Невероятным образом. Therefore, поэтому,
If we want to do some benefit, если мы хотим принести какое-то благо, please to pray to benefit others. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы принести please благо другим. To say good things others. Пожалуйста, говорите хорошие вещи другим. One word to одно say слово, good to others. А даже одно хорошее слово, которое мы говорим другим. It's the same as you make the 3 years retreat. Может быть, это будет то же самое, как если пройти трехлетний ретрит. One prayer benefit for the others. Одна молитва для принесения блага Maybe другим. Maybe you're doing self benefit 20-30 years retreat probably is equivalent. Может быть, вы сами получите такое благо, которое будет равняться ретриту в течение 20-30 лет. And to do like this, и делать так, and indirectly, косвенно, and automatically, и автоматически, our wish is become naturally, you know, naturally. Наши пожелания будут исполняться естественным образом. And like this. Так. And then is today is the sixth one. И сегодня у нас шестой раздел. Requesting the Buddhas not to enter Nirvana. Который озаглавлен следующим образом: просьба к Буддам о том, чтобы они не уходили в Нирвану. Not to be and not requesting the Buddhas not to enter Nirvana. Просьба к Буддам о том, чтобы они не уходили в Нирвану. There's many different way. Это можно сделать различными способами. Enter to the parinirvana circle. Можно уйти в паринирвану. As much as Buddha and Bodhisattvas. Мы говорим, что столько, сколько Будды и Бодхисаттв. To live with us. Все они должны остаться с нами. All the time is benefit. И все время приносить благо. Benefit. Благо. And therefore we should to ask. И поэтому мы должны их просить, to be long life. Чтобы у них была долгая жизнь. And, therefore we are requesting. И поэтому мы молимся об этом. And, joining my palms together, I pray. Сложив вместе ладони, я молю. And joining my palms together on the level of the heart. Сложив вместе ладони на уровне сердца. And to you who intended to pass into Nirvana. Тех из вас, кто намерен войти в Нирвану. Maybe someone's. Может быть, кто-то. Like a kind of some circumstances. Под какими-то обстоятельствами. There's many different circumstances. Есть очень много разных обстоятельств. Outer circumstances. Внешние обстоятельства. Inner circumstances. Внутренние обстоятельства. Some different circumstances. Возникнут какие-то обстоятельства. Some enlightened. Какие-то просветленные захотят быть в нирване. Есть разные нирваны. Mentally nirvana. Бывают ментальные нирваны. Maybe one you realize the true nature of the mind. Может быть, когда вы реализуете истинную природу ума. Totally parinirvana. Вы будете абсолютно парирваны. Ваш ум. And after, и после you remain, вы остаетесь still body speech, остается все равно ваша речь и тело. To doing the benefit for sentient beings. Для того, чтобы приносить благо. And some in a case. И в некоторых случаях. The big nirvana. Бывает большая нирвана. Is mind. Это ум. Verb. Это body. Речь и тело. Or body, speech, mind. Или же тело, речь и ум. To kind of disappear. Они как бы исчезают. To showing for us. И это показывает big, нам. Like a demonstration of the impermanent. И тем самым они показывают нам like непостоянство. Точно то самое, как было even раньше. The Buddha, посмотрите, Guru Rinpoche. Many there are already gone. Очень многие из них уже ушли. At the moment, it's difficult to see them. Сейчас очень трудно их увидеть. Maybe they are never separated us. Может быть, они никогда с нами не расстаются. Some are according the ignorance. Но в соответствии с нашим невидением, их очень трудно увидеть. And once it's disappeared. И когда они исчезают. Maybe according to our disturbing emotions. Может быть, из-за наших омрачающих эмоций. Difficult to see again. Очень трудно их увидеть снова. You know, like this. Вот так. And then it's like say, do not enter Nirvana. И тогда мы говорим, не уходите в Нирвану. And if we sometimes request.
И иногда, когда мы просим, such benefit. Это приносит огромное благо. For example, Buddha, he needed to the parinirvana. Например, если Будда намерился уйти в паринирвану или нирвану. And some his student asked to him, please stop now. Говорят, пожалуйста, не делайте это сейчас. We have still some questions. Still we need to receive teachings. Нам все равно нужно получать учение. He extended. It's like months or years. Он может удлинить свое пребывание в этой годы. И об этом есть очень много историй. I mean, just to tell you some my teachers and I heard some teachers. Это мой учитель, и я также слышал это о других учителях. And one is a teacher. Один учитель. Is called Kenpo Yenga. Его зовут Кенпо Ченга. And Kenpo Yenga is a very important Longchen Hinti lineage holder. Kenpo Ченга является очень важным. Very famous. Он такой очень знаменитый. And his biographer is so funny. И его биографии такие странные. Very excited things. Они говорят о каких-то великолепных и необычных вещах. But then he became very famous. He has 1,000 students. И когда он стал очень знаменитым, у него были Most of his students become same as him. И большинство из его учеников достигли таких же качеств, как и он сам. Then he became the old. И когда он стал уже стареньким. One day he make big talk. В один прекрасный день он организовал огромный цок. Of course, students to understand that. И, конечно же, все студенты сразу поняли. And then he often telling to the impermanent. И он стал много говорить о непостоянстве. And then is after the talk, he says, now I need to leave. Цока он сказал, теперь мне нужно уходить. Because my body is impossible to keep continue. Потому что ему уже невозможно держать мое тело, оно слишком состарилось. And then he has some close student, it's a cry to say, no, impossible, you cannot die. Тогда его ближайшие ученики сказали, ну нет, ну невозможно, нельзя вам сейчас умирать. And he said, I cannot die. А он сказал, нельзя, правда? I'm not freedom. У меня тогда нет свободы. And the student said, no, you cannot to be like this. Нельзя быть таким. And then the many students came request. И тогда многие студенты пришли, они. Then he says, "You look my body. Он говорит, ну посмотрите на мое тело. I need to change. Тело мне нужно его поменять. But they don't want to listen. Они не хотели слушать. Then he's like, promised, okay, I will stay 3 years more. Он пообещал, ладно, я еще останусь на 3 года. And then during the 3 years. И тогда в течение 3 лет. You have questions you need. Любые вопросы, которые у вас есть, все, что вам нужно, я все это исполню. After the 3 years, после 3 лет, you cannot ask again to me. Все, больше уже не просите. If you swear, если вы поклянетесь, take the promised, если вы пообещаете, and then I will stay more 3 years. То тогда я еще останусь на 3 года. Not, I need to go now. Если нет, то тогда мне нужно прямо сейчас. And then they said, after 3 years, we don't request to you. Они сказали, ладно, через 3 года больше ни о чем не будем вас просить. And then he extended 3 years. И тогда он остался еще на 3 года. During the 3 years, в течение этих 3 лет, sometimes he talked to the birds. Иногда он разговаривал с птицами. To say, oh, those birds are very happy. И говорил, ой, эти птицы, они настолько счастливые. They are freedom. Потому что у них есть свобода. Whenever they want to go, they can go. Куда они не хотят пойти, они могут I пойти. Cannot. А я не могу. Like then is 3 years he extended. Ну вот так и он продлил свою жизнь на 3 года. Then during the 3 years. И тогда в течение этих 3 лет. And almost income most student monks lamas came to visit him. Практически все монахи ламы And he gave transmission. Он давал и посвящение, и передачи. During the 3 years, inconceivable benefit. В течение этих 3 лет он принес огромное, безграничное благо. After 3 years. И после 3 лет. Impossible. Then he passed away. Просто уже стало невозможно. Like my own teacher. Точно так же, как и мой учитель. One is like a Just this year passed away. Один из них умер в этом году. And 3 years ago. И 3 года тому назад. He often saying. Он часто говорил. Like now my body is strange. Что сейчас мое тело какое-то странное стало. It looks like. Выглядит. Seems. Кажется. It's better to I want to change. Что может быть лучше его поменять. But in his monastery, Но some students в его monastery know, ученики начали говорить, we are not ready yet. Потому что мы-то еще не готовы. And then he kind of extended a few years. И тогда он продлил свою жизнь на несколько лет. And then I heard last year, и я слышал, что в прошлом году telling to the student, он опять начал говорить ученикам, and he said, this summer,
В этом Yehilama or something very important. Я буду давать учение о Ехилама и что-то важное. And he said, maybe it is the last our meetings. Может быть, это последний раз, когда мы встречаемся. Thousand and thousand students can maybe thousand or more. И тогда действительно тысячи тысячи учеников. Then they received their request to him to say it's like no. But he said this now, you know, I extended many years. Я уже продлевал свою жизнь на много лет. I heard that. Я это слышал. I was very scared, sad. И я действительно был очень испуган и опечален. Я поехал к Him. И я прямо к нему прошел. He was very happy. Он был очень счастлив. At that time, almost nobody cannot inside. И надо сказать, что в это время практически уже никого не пускали, но он меня принял. And also very funny. И также все было достаточно странно, смешно. Он делал вот так вот прямо, улыбался. И первые слова были: «Я очень счастлив, что ты приехал». And then he gave me some statue, his подарил тексты, статую. And then he says, now I completed monastery. И сказал: «Все, я сейчас уже совершил строительство монастыря». Offered to all the my lineages. И в прошлом году я сделал подношение всей линии. My sickness is okay, but I'm ready, he said. Моя болезнь ничего страшного, но вообще я готов. Then I, of course, it's very sad cry to say, but you cannot to say like this. Нет, ну не надо, please, не надо так говорить. Пожалуйста. He's not there. Но как-то казалось, что временами он его больше не было. But what am I asking? Он сидит, улыбается, и я его прошу о чем-то, а потом он как бы включался и говорит: «Что ты говоришь?» And then it's like smiling like this. Он так улыбался. And he says very happy to see. He он gives говорил, some advice. Ну, хорошо, but then it's impossible to ask. Но было уже, честно говоря, невозможно его о чем-то few просить. Days, then через he несколько went дней. Back to prepare it inconceivable way. Он начал всю подготовку anyway, для того, exactly. чтобы для своего ухода. Like this, it's like sometimes you can to ask, то есть иногда можно просить. To say not to be at nirvana. Можно просить и говорить: пожалуйста, не уходите в нирвану. To stay as much as. И оставаться как можно дольше. To front of the us. Перед нами, с нами. For the benefit for sentient beings. Для того, чтобы приносить благо живым существам. And to remain for the eons. И оставаться. As many as the atoms in this world. Сколько в этом мире атомов. Please to be long life. Пожалуйста, обеспечьте себе долгую жизнь. This is like count of countless years. В течение огромного количества лет. Of course, it's like maybe it's difficult, but it's like we need to request like this. Может быть, конечно, это трудно исполнить, но просить об этом нужно. And like countless years, please to remain. Говорить, оставайтесь бесконечное количество лет. To do the will of the Dharma. Пожалуйста, поворачивайте колесо Дхармы. And bring will bring and the happiness to all the living beings. Пожалуйста, приносите благо и счастье всем живым существам. That is the sixth one. Это шестая accumulation часть. Merit. Это шестая часть молитвы накопления заслуг. Maybe it's not necessary to directly. И может быть request. Не нужно прямо как бы говорить учителю. Of course, if we have great opportunity. Конечно, если у нас есть великолепная возможность. To be the front of the enlightenment. Быть в присутствии просветленного существа. Мы тогда можем его напрямую попросить. But imagine. Но можно это делать и воображение. Every enlightened beings exist in this world. Все те просветленные существа, которые только есть в этом мире. Not enter to the nirvana. Пожалуйста, не уходите в нирвану. To remain. Пожалуйста, оставайтесь. Countless years. В течение бесконечного количества лет. Bring the benefit, happiness for the sentient beings. И приносите благо и счастье живым существам. Like this. Вот так. Okay, maybe we can stop 5 minutes. Может быть, на 5 минут остановимся.